Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусный воздушный банановый бисквит с шоколадом. Для любой банановой выпечки лучше всего использовать перезрелые бананы, так как они больше всего дают аромат и вкус. Есть небольшой лайфхак, как можно сделать так, чтобы бананы созрели быстрее. Духовку разогреваем до 150 градусов и выкладываем бананы на бумагу для выпечки. Выпекаем их ориентировочно 15-30 минут в зависимости от степени зрелости, которую хотите получить. У готовых бананов кожура должна быть равномерно черная, блестящая, и внутри они должны быть мягкими. Я выпекала их 15 минут, но можно и подольше, чтобы они прям полностью были вот такого желтого цвета. Бананы измельчаем в пюре с помощью блендера, и можно в конце добавить несколько капель лимонного сока, чтобы оно не потемнело. Размягченное сливочное масло и сахар взбиваем миксером на высокой скорости, ориентировочно минут 5 до пышности. Затем по одному вводим яйца и после каждого яйца хорошо взбиваем. Затем добавляем сметану любой жирности и банановое пюре. Все хорошо соединяем до однородности. В отдельной чаше смешиваем сухие ингредиенты, муку, корицу, соду и соль. В несколько этапов просеиваем их ко влажным ингредиентам. В конце по желанию добавляем шоколад. У меня он в виде колет, но можно и порубить плитку шоколада на небольшие кусочки. Выпекать бисквит буду в разъемном кольце диаметром 19 сантиметров. Кольцо ставим на противень и выливаем тесто. Духовку разогреваем до 160-170 градусов, и бисквит будет выпекаться ориентировочно 50 минут. Готовность проверяем сухой шпажкой. Готовому бисквиту даем слегка остыть, а затем вырезаем острым ножом из формы. Готовый бисквит получается высотой примерно 5-6 сантиметров. Даем ему полностью остыть при комнатной температуре, затем оборачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на несколько часов. Охлажденный бисквит нарезаем на 3 коржа, делаем это с помощью ножа для хлеба. После того, как бисквит постоял в холодильнике, он будет намного меньше крошиться и шоколад не оставит некрасивых следов на срезе. Бисквит получается очень пористый, воздушный и ароматный. Обязательно попробуйте приготовить. Всем большое спасибо за просмотр и приятного аппетита!